Христос воскрес, дорогие мои братья и сестры. Вопрос о мире стоит у нас очень остро. Над миром нашим опять сгустились тучи, и опыт предков нас ничему не учит. На белом свете расцветает вновь весна, но вот распяли снова на земле Христа. Мы так привыкли к воскрешению Его, что перестали замечать Его же самого. А Он в тебе, во мне, воскреснув, снова жив, а мир погряз наш весь в тотальной лжи. Нас раздружили, чтоб все растащить, и даже дома нас сумели разобщить. Все потому, что совсем в нас мало веры. Не Бог ведет нас, а, увы, миллиардеры. И каждый Божий день мы Бога распинаем, друг с другом споря о том, чего не знаем. Ведь от лукавого вся наша разобщенность. Откуда вдруг у всех такая просвещенность? В политике всяк стал вдруг знатоком, а может, просто еще больше дураком? Давайте будем жить своим умом и не пускать политику хотя бы в дом. Давайте жить по заповедям Божьим, любовью дом украсив, а не ложью. А чтоб впустить в свой дом воскресшего Христа, должна быть совесть от политики чиста. Давайте будем свое лишь делать дело, чтоб имя наше в веках не заржавело. Не привыкайте к Пасхе, как к фиесте, а вдруг Господь возьмет и не воскреснет. Не верю я красивым пламенным речам, я посылаю спорщиков ко всем чертям. Да здравствует любовь, да сгинет бес, Христос воскрес, воистину воскрес.